Привет, друзья мои хорошие, с вами Спикер, и мы играем в полицейский патруль. Да, друзья, обновленный полицейский патруль на ваших экранах, новые машины, новые скины вас ждут, и давайте оценим все. Сперва устроимся на работку. Так, вот, вижу, есть отметочка у нас. Так, дверь открывается. Да, вот на отметочку есть, можно зайти и понеслась. Устроимся уже на работку снова. Новый день, новая преступность нас ждет. Уже, походу, конец рабочего дня, но ночной полицейский патруль будет. Все у нас запустилось. Новые скины у нас находятся прям вот тут. Так, сегодня у нас будет мужчина. Скольки лет будет, интересно? О, вот вроде ничего такой брутальный. Вот наша новая экипировочка. Так, это старая, вот новая. И также может быть в бронежилете. Ну что, друзья, наверное, вот такой возьмем. Такую сперва возьмем, потом другую. У нас есть шляпа. Вот такая модная шляпа, кстати, есть. Что есть еще? Вот такая другая шляпа. Есть очочки. Там можем просто очки. Ну, давайте со шляпой. Довольно очень... Вот. Нет, нет. Под цвет. Цвет очки другие. Так, ну как-то я снова пролистал. Вот, ну давайте пускай такая шляпа. А в другой серии уже изменим персонажа, конечно же. Ну что, Лос-Сантос, трепещим. А, погоди, нам нужно еще выбрать машинку. У нас новые машины, как видите. Мигалки работают. Так, эта машинка на 2000 подписчиков. Тоже мигалки работают. У нас и мини-машинка. Кстати, ее характеристики я чуть изменил. Так что она очень хорошо ездить будет. Так, и такой у нас есть. Байк тоже маленькую текстурку я изменил. Можно потом тоже попробовать. Но дальше я как-то не менял больше. Больше не менял, хотя вот эти две уже на подходе на измене. Измене. Вот, кстати, тоже новая, кажется. Да, вот это тоже новая. Это, походу, ФБР машинка. Вот такая тоже, по идее, есть. Ну, хорошо, давайте, наверное, сегодня у нас будет на Гидре. Нет, не на Гидре. Давайте сегодня обычный выбор. Вот, 2000 подписчиков как раз. Поехали. Поехали, друзья. О, Сантос, трепещи. Полицейский патруль у нас на страже. Мы будем использовать другие моды. Но, правда, не в этой серии уже. Так, что-то припарковалось как-то тут не так. Так, ну что, ждем. Ждем преступность. У нас уже, получается, ночь. А скорость машинки я увеличу, так что будем разгоняться очень быстро и догонять будем гораздо быстрее. Чтобы наказать преступность, проверим все моды. Да, все работает, можем вызвать. А давайте, наверное, вызовем и посмотрим, какие у нас виды машин приедут. Да, очень интересно, какие все-таки виды машин приедут. Так, ну где? Я не вижу на карте. Сейчас даже подъехать. Ребята, где? О, у нас Lamborghini, обалдеть, кстати, другие тоже. Да, у нас два вида. По идее, я нажимал только одних. Ребята идут целиться. Ребята идут так активно. Да, очень интересно, что сразу два вида у нас приехали. Вот еще одна Lamborghini. Ребята приехали, не знают, что почем. Так, посмотрим на скин уже. Вот такой скин сделал. Ну, Спикер зовут. Сзади тоже довольно неплохо сделано. О, у нас женщина есть. У нас оружие, по идее, только... Так, это уберем. Да, только стандартно для коповская. Сколько у вас, ребята? Так, ну что, где наша преступность? Посмотрели, какие ребята приехали. Давайте возьмем других. Теперь посмотрим других. Да, интересно, сейчас должны другие приехать. Включаем сирены. Сколько у вас приехало? Так, на другое место. О, это уже другие, что ли? Приехали. Маленькая пробка. Ох, чувак. Пардон, пардон. На мотике он умер сразу? Нет, живой, все в порядке. Как же проехал. Так, хорошо. Большой кипиш какой-то навели. Сиреной вырубим. Впрочем, от первого, правда, от первого на этой машинке неудобно ездить. Да, не очень-то и найс. Ну, закат, конечно, очень красивый. Ездим обычно и патрулируем. Спойлер поднимает, когда при скорости. Да, спасибо вам в комментариях, что объяснили. Ну, как-то, когда слишком быстро активно происходит, все, мозг просто отключается. Мы уже как-то повредили машинку, но ничего страшного.
Ну что, припаркуемся где-нибудь, подождем нашу преступность. Даже не знаю, куда припарковать. Вот, есть парковочка, хороша. Преступники не спят, подтверждаем, друзья. И вижу, да, вижу, уже есть погоня там. Включаем сирены и вперед. Ух, не люблю это, конечно, место. Наверное, все-таки нужно прилететь это место. Но ненавижу я эти повороты. Слишком долго будем ездить до туда. Сейчас мы приземлимся где-нибудь тут уже. Погоди. Щиток пролетели. А мы сразу спереди. Будем. Вот, на перехват. План перехват начинается. И, наверное, нужно вызвать вертушки. Ох. Нормально так. Маленько повредили. Маленькую пробку. Да, типичные мы копы. Мы типичные копы, всегда все через заднее место. Поехали, друг мой, уже. Сейчас мы ускоримся. Да, у нас есть много всяких примочек. Примочки, и мы будем их использовать для поимки преступника. У нас есть только пистолет. Но если что, будем сразу. Ну что, вызываем. Всех вызываем побольше. У нас уже какая-то пробка. Всех побольше. И вертушка. Пока только обычный вертушек, боевых не будем. Слушай, ну он реально уехал очень быстро. Жалко, нет замедленного времени. А вот есть, он в обратную сторону едет. Ох, копы, реально типичные копы. Так, ну что, ускоряемся. Ну, ненавижу это место я. А все, он в Сантосе, где он только прямо, вот наш преступник. Стоям, там два преступника. Делаем разворот. Так, чувак, выходим. Все, выходим, давай, выходим и стоим. Вот, можем замедленное время. И ну-ка, выходим быстро. Твой напарник мертв. Выходи уже. Так, выкинем из машины его. Ребята, выкинуть нужно. Труп, сперва труп. Да, сперва труп и сам сел. Похарим. Ребята, берите его живьем. Смотри, он драться хочет. Ну хорошо, давай на кулаках. Ребята, ну-ка, не встревайте. Слышим, как же быстро. Тихо. Как же быстро, ребята, поставили его на место в догонку. А у нас есть шокер. Да, шокером. Далеко, слишком далеко. Эх, бегать не будем. Возьмем эту машинку уже. Куда ты убегаешь? Сейчас мы его собьем и все. Ох, кровище-то сколько. Так, стоять на месте. Стоять бояться. Не хочешь бояться и стоять тоже не хочет. По ногам, ребята, давайте берите. Я буду по ногам, а вы будете его брать. Ребята, берем живьем. Только живьем. Все, он мертв, что ли? Нет, живой. Все туда. Что, нужны медики? Нет, медики не нужны, только стоять. Отлично, ребята, арестовывайте его сами. Хотя можем и тоже делать. Кстати, у тебя прицел прям такой. Весь бедный израненный. Так, а где моя машинка? Мне нужно вернуться обратно. Вижу, да, вон там моя машинка. Вертушка. Ух, сколько тут вертушек. Вертушки, кстати, тоже новые. Тоже новые вертушки. Ну, все есть, друзья, в группе ВКонтакте. Там можете посмотреть и оценить. Вот моя машинка. Ребята разъехались, оставили мне машинку. Привет, красавица. Слушай, ну у нас шляпы просто одинаковые. Только ты в старой форме, есть новая форма, иди получи новую форму. Наша машинка уже маленькая, избитая. Сирену можно выключить? Да, сирену выключим. Ну, поехали, наш друг, наверное, в центр города поедем. Так, полетели в центр города, там у нас преступности очень много. Если что, мы, конечно же, и в тюрьму отвезем преступника. Так, аккуратно. Вижу, лысина торчит. Да, кепка, вижу, торчит за машину. Ну, машинка, в принципе, неплохая. Мне понравился спойлер. Спойлер уже просто обалденный. Так, ну что, вот в центре города нужно припарковаться и подождем следующих преступников. Нам нужны агрессивные, мы же полицейский патруль. Мы с какой-то мелочью не работаем. Новые преступники, новые погони. Ох, там вижу активно, уже активно погоня начинается. И мы уже встречаем наших преступников. Где? Ох, у нас БМВ! Потрясающе, у нас на БМВ. Ребята, слушай, агрессивный. Ребята, агрессивный, нам нужно подкрепление. Кто ведет огонь? Так, хорошо, нужно вызвать. Наверное, нужно вызвать мотиков. Они как-то будут поскоростнее на раздачу. Так, отлично, я вызвал, и ребята сейчас приедут. Чувак, стой на месте. Сейчас приедут с тобой. Держим его. Все, держим.
Сейчас выйду и... Шокер нужен. Выходим. Какой шустрый-то. Да, по-моему, приехали реально... Слушай, он с оружием, ну-ка, встаем бы. Брось оружие. Сейчас поиздеваемся. Ребята, берем живьем, какого черта, я уже поймал его уже практически. Все, да, Е, можно арестовать. Стоять. Брось пушку. Как пьяный. Чувак, ну все, давай, арестовывай его. Все, стой на месте. Давай по-хорошему. Что ты там говоришь? Давай уже бери его. Ну хорошо, видимо, не хочешь арестовывать. Тогда мы его просто казним и все. Все, брось оружие. Ребята, вы свободны. Я этот сам справился. Так, а у нас тут... Ох, у нас ФБР машинка. Ну неплохо. Такая машинка хорошая. Ох, ну что, поехали дальше. Преступность наша все-таки не спит. И у нас ночные прохождения продолжаются. Можем даже сделать, включить мод о ускорении машинки. И я думаю, будет интересно посмотреть, сколько она развивается. Так, у нас находится... Что это маленькое забыл? Ну хорошо, да, в другой раз. Не буду сейчас искать уж. Да, вот так безнаказанно можно сбивать всех. У нас не будет звезд, мы сами же полицейские. Вот парковочка есть хорошо. Давай-ка, друг мой, припаркуемся. Припаркуемся, выключим свет и вздремнем. Это так у нас выключился свет, что ли? Освещение довольно очень хорошее, так блестит машинка. А спойлер будет подниматься, когда на скорость буду? Нет, не хочешь подниматься, все-таки он только на скорости. Можем даже включить дрифт, наверное, на машинке. Будет интересно подрифтовать на нашей Lamborghini. Но сейчас этого делать не будет. Вот, видно, да, спойлер поднялся на скорости. Так, пардон, обожаю. Это мини-мотик был, походу. Так, на красный проехали. Снова мини-мотики разъехались тут. Так, парковочку. Есть работа для полицейского патруля. Родной, мы подтвердили. Да, подтвердили, я вижу. Ну, давайте, наверное, вызываем уже побольше. Побольше нужно сватовцев и, наверное, всех сразу же подряд, все на место преступления. Я вижу вертушку, целая куча летит. Да, еще больше. О, я проехал. А, преступник, вон, возле полицейского участка. Ну что, поехали. У нас уже, по идее, начинается утром. Будет такое эпичное утро. И, слушай, он далеко уехал. Но не будем уже, наверное, взлетать. Доедем уже своим ходом. О, черт. Сейчас как типичные копы не врезались друг в друга. Слушай, ну реально, прям у нас там преступник адский. Ох, вертушек сколько вызвал. Да, божественный мод, конечно же, еще и не глючит. И мне очень нравится. О, вижу, проехали, ребята. Ребята проехали, пролетели. Где больше скопления вертушек, там наш преступник находится. Да, слушай, интереснее так все-таки ехать уже без воздушных каких-то поездок. Не будем летать больше, будем просто вот так путешествовать. Слышу вертушки. Вертушек много, а вот копов я не вижу, да. Копы, видимо, еще не доехали до наших преступников. А нет, есть там парочка. Есть на хвосте парочка. Так, где? Ох, тихо. Вот он, впереди. На Форде. Черт, на Форде. Ну это обалдеть. И кажется, там уже боевые вертушки. Куда ты пролетел? В погоню. Какого черта? Берем оружие в погоню, ребята. У нас Форд. Дай дорогу. Дай Ламборгини дорогу. Ребята на Форде. Черт, они еще отстреливаются. Ох, май гай. Да, очень забавно. На Форде, блин. Втроем сидят. Втроем. Один капюшоне. Зажимаем, нужно нам больше. Можно вызвать боевую вертушку, и все это дело просто взорвется. Ребята, по колесам. Типичные копы работают. Сирену врубаем, и уже начинается погоня. Это забавно смотрится. Красивый рассвет. Нам некогда смотреть на него. У нас погоня. Пешком пытается. Можно вызвать... Еще парочку, нужно подкрепление, ребята, реально. Пока ребята едут, я пока вызываю, все достаточно. Итак, слишком много вижу, впереди появились. Преступников очень сложно убить, то, что и очень радует. Это необычные люди, это преступники, вот наши копы проехали.
Да, мы все-таки убьем, наверное, водителя. Нужно водителя убивать. Он сидит, не отстреливается. Башню в башню. Да, правильно, так зажимаем. Зажимай, зажимай его. Я убил пассажира. Так, сколько у вас тут? У нас президент приехал, что ли? Слушай, какая колонна, реально большая колонна. Где, где? Все, застрелил. Молодцом. Я выхожу, ребята. Я выхожу и преступника. Все, стоять. На, вхарю тебе. Готов. Да, он последний оставался. Женщина убегает. Тихо, сам главное меня не сбить. Сколько, ребята, у вас тут? Ну давай, друг мой, садись уже. Мы находимся в порту, на мини-машинке даже приехал. Да, все забавно. Разновидность большая машин. Очень интересно. Ну что, нам нужно выехать все-таки из порта. Да, из порта. Нет, лучше вылететь. Проще, наверное, вылететь вот на скоростную дорогу. И отправимся куда-нибудь прям... О, некуда отправляться. Взлетаем. Нет, погоди, стоим, подтверждаем сперва. Вижу преступника, есть погоня, и нам нужно съехать отсюда. Ребята, дайте отъехать. Где находится? Внизу. Прям внизу находится. Хорошо, маленько скалтурим. Друг мой, давай-ка скалтурим. Прыгаем вниз и сразу же вызываем. Отлично, сразу вызываем парочку, можно даже... Вертушка. Куда? А вот он, увидел. Мне нужны вертушки, чтобы все это видно было с высока. Ух, тихо. Как ты пытаешься и там нажать, и здесь еще управлять очень сложно. Мне нужен напарник, чтобы... О, ребята, уже вижу. Активно прям такой. Ну все, в погоне у нас 120 км в час. Что ты толкаешь? Что Ламборгини еще быстрее меня ездит? Черт, как же припарковал меня. Жестко припарковал. Припарковали нас, вертушек много. Мы своим ходом разберемся. Без боевых вертушек. Там, походу, уже зажимаются. Да, зажимаются. Зажимаем. Мы уже реально зажали вертушки. Ребята, кто у нас? Какая машина очередная? У нас фургончик. У нас там плохие ребята. Да, это для полицейского патруля. А если выкинуть их? Ох! А если выкинуть туда? Ребята, у нас девушка за рулем. Так, будем целиться в девушку. Целимся в девушку. В башню. Стой, друг мой. Нужно шокером. О, отлично, все. Берем всем живьем. Живьем. Готов. Ребята. Давайте, ребята, работать. Я посмотрю, вы будете работать. Они все просто перестреливают. Чувак, я тебе сохраню жизнь. Ты учишься. Ты сиди на месте. Нет, его, походу, расстреляют, потому что у него есть оружие. А есть такой мод, чтобы выстреливать... У чуваков пистолеты. Так, сохрани спокойствие, давай, лучше всего арестуй тебя. Ну хорошо, не будем тебя уже мучить. Давай вот так сделаем и все. Труп как труп. Да, ребят, нашли свою смерть. Прямо на конце. На конце карты. Чувак живой. Все, готов. Очень агрессивно оказались. Что, боитесь полицейского патруля? Ну бойтесь. Убегает так. Давай, друг мой. Мы не успели выходить с порта. Завелась, все в порядке, значит, с ней. Выключаем сирену. Все разъезжаются, можно даже сбить. Пардон. Каска отлетела. Ну что, своим ходом. Нет, у нас новая преступность, но уже активно. Активно уже преступность подтверждаем. Я, правда, не вижу, где она. Нет, не вижу, реально не вижу. Наверное, ложный вызов. Да, реально ложный вызов. Ну хорошо, подождем другого. Нужно выехать вон прям на мост. Давай-ка, мой друг, наверх. Прям к мосту уже там подождем следующего вызова. Сколько машин? Трафик реально повысил я, но не думал, что уж настолько будет трафик повышенный. Ох, замечательно. Ну что, проедем же мост, наверное, и в город попадем. Хотя за городом тоже очень интересные ребята попадаются, деревенские ребята. У нас флаг есть. Нужно его изменить. Вижу, да, все. Продолжаем. Наш отдых прошелся не очень долго. И, походу, мне с другой стороны нужно. Да, в другой стороне. Кто его преследовал? Куда ты поехал? Нужно за ним преследовать. А то уже реально уйдет. Турбоускорение и сразу же вызываем. Ох! Спокойно, мой друг.
Маленько застряли. Сейчас вызову. Сейчас вызову побольше. Главное побольше, и главное, чтобы ребята адекватные были. А, вижу преступника. Блокирую, блокирую. Нет, не смог блокировать. Хорошо, я сам разберусь. Включаем сирены, чтобы уже маневрировать. Хорошенько было. Ну что, преступник, уже попали в него. Что у нас за машинка, интересно, кстати. Ну, в такой пробке он нас не уедет далеко. Все, все, все. Сейчас ребята приедут. Сейчас ребята приедут, тебя арестуют. Так, вызываем побольше. Сват, нужен сват. Вертушек достаточно, мы не дадим уйти ему. Одумайся, одумайся, может быть. Одумайся, да куда, куда? Нет, нет, не нужно было выходить. Ага, бегом, бегом, прям за ним. Вертушки встали. Серьезно, реально прям бегом бегут. Мы сейчас поможем ребятам. Эх, готово. Все, ребята, давайте, вытаскивайте его. Ну хорошо, я помогу. Я помогу, я шокером. Сейчас шокером. Шокером сработаем. Ну, шокер бери уже быстрее, пока он тут. Непонятно. А вот Е нажимается, появляется, нужно его арестовывать. Ребята сами сделают. Он у нас безоружный. А мы только посмотрим. Да, наш спикер. Ну что, все потрясающе. День проходит чудесно. Прошла ночь, настало утро. Ребята арестовали. Все, вижу на карте, еще они еще приделились. А, да, вижу, они еще арестовывают. Значит, преступник еще не пойман. Нет, все, да, все, сейчас наш преступник пойман. И что, он там сидеть будет? Пускай сидит, отдыхает. Ох, какая пробка. Ну-ка, посмотрим свысока пробку нашу. Одни фуры. А где наши копы? Были вроде целая куча копов. Новая преступность, реально, утром преступность очень много утром. А так, так, чувак, 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 выше, выше, выше. Мы тут уже не проедем, тут придется все-таки прилететь. У нас в порту какие-то перестрелки сегодня происходят. А, и где находится? А, по ту сторону моста. Ну хорошо, вызываем. Вызываем всех. Вызываем всех и побольше. Так, вижу, очень быстро едет. Надеюсь, не спорткар какой-нибудь. Так, где, где? Пока не вижу. А вот, нет, вижу, вижу, кажется, вижу. Все. Приземляемся и в погоню. Погоня начинается у нас. Погоня начинается сразу же. Увидел активно и дерго. По колесам ему. А нет, не шокером же. Не шокером, пистолетом по колесам. Тогда он что, реально не уедет. Вот, попали, попали и сразу же на добивание. Их там двое. Еще по колесам. Ребята, ребята, арестовывайте его. Он уже без колес, но, кстати, без колес все равно они хорошо едут. Берем, берем, живьем. Да, живьем самое интересное брать. Ребята, подвинулись, мы уже задом и передом отстреливаемся. Кто там? Все, бедался. Сейчас, ребята, арестуем. Сейчас мы арестуем парочку колес, сейчас поспускаем. Как же мы задрали его. Да, по-жесткому, по-жесткому мы. Это ж полицейский патруль. Давай, выходим. Выходим, берем дробовичок. И дробовиком уже водил. Водил снимаем. А можно нажать Е и говорить, типа, выходи, чувак. Все, водитель готов, пассажир. А он не сможет выйти. Ну, хорошо. Все, ребята. Это было быстрые, быстрые преступники. Мы их быстро убили. Сколько вас? У вас реально очень много, но толку от вас практически никакого. Но интересно. Довольно интересно. Отключим уже сирену. На Форде вижу, катается. Настало утро, преступность возросла. Так, у нас красный, что ли? Где светофор? Не вижу светофора. Ну, подождем. Светофор. О, привет. Это не преступник? Так, так, что-то мне подрезает, что? Ну, нужно припарковаться, я думаю, и подождать следующих преступников. Хотя можно взять вертушку. Можно взять вертушку, нужно вертушки патрулировать. Довольно интересно будет взять боевую вертушку. На боевой вертушке сразу же в хлам уничтожать. Но это все в других сериях. Много идей, друзья. И, конечно, все будут реализованы. А, вижу магазин одежды. Можешь зайти, чтобы прикупить себе. Появилась минутка свободная, и мы решили прикупить себе одежонки. Давай-ка выйдем, друг мой, и посмотрим. Если сможем зайти. А зайти нельзя. Да. Для нас закрыто. Для нас закрыто, а вот преступников у нас целая гора. Так, пока садится у нас. Что вы орете? От преступника, что ли? Или от меня? Так, вызываем, наверное,
вертушек еще. Еще сватовцев. Все, достаточно. Тихо, тихо, тихо. Смотри, какой агрессивный-то. Вроде видел, что ехал уже. Нет, все-таки подрезал. Ускоряемся, ускоряем скорость ускорения. Тихо, тихо, самое главное. Рулить, рулить. Нормально, нормально доехали. Супер. Супер. Машина, кстати, очень хорошо целенькая. Мы включили, наверное, бессмертие ей. А где преступники? Вот преступники, а куча копов тут у нас. А почему куча копов тут, а преступник тут? Я не понимаю, где наш преступник? Вот этот, походу. Я не вижу. Я не пойму, кто из вас преступник. Я не вижу. Вот, вот. Ох, май га. У нас куромка. У нас бронированная куромка. И я чувствую, будет погоня. Найс. Да, погоня найс. Кто меня заблокировал? Погоня будет найс. Ну что, друзья, поехали. Можно вызвать боевую вертушку? Нет, можно вот так сделать. Можно блокировать и вытаскивать оттуда его. Слушай, ну, слушай, прямо расстреливает жестко. Ну-ка посмотрим, как это со стороны все. Сколько у вас там? Все, что ли? Все машины? А где еще? Там целая куча машин было. Куда они делись-то? Так, вызываем, наверное, мотики. О-о-о-о-о. Рулите, рулите. Самое главное, рулите. Не врезаться никуда в нашу курунку. Где она? Вот она. Вот она едет. Ребята. Держать, держать ее. Сейчас будем держать. Ну, если ты посмотри, какие они агрессивные там. Давай, прям в лобовое. Все, я выхожу. Я выхожу и чувака нужно. Чувака вытащить нужно. Куда ты поехал? Быстрее, быстрее, друг мой. В погоню. У нас копы. Копы уже на мотиках. Отлично, нужны еще копы. Еще копы нужны. Вертушки больше. Больше вертушек, но можно будет боевые разобраться сразу по-жесткому. А мы на перерез. Мы на перерез сразу же. Так, ну как-то. Где? Мы прям на углу. Мы прям вот. Жестко, жестко. Выходим и вытаскиваем. Чувака. Одного выкинули через верх и второго похари. Ух, сколько у вас там! Боевую срочно! Ребята, боевую! Все боевые! Все. Сейчас ребята разберутся сами. Либо боевая разберется. Да, то, что я и хотел. Чтоб кто-нибудь что-нибудь взорвал. Все такие взорвали. Так, нашу машинку не трогали. Это моя машина. Все, спокойно, все взрывается. Все, их взорвали. Да, целая гора трупов. Три трупа вижу. Ну, по идее, четыре должно быть. Потрясающе проходит день у нас. Очень насыщенно и агрессивно. У нас есть тут маски. Я вижу маски, можем заехать купить маски. Я не знаю, можем купить маску, не сможем. Ну, попробуем. Время есть, минутка есть, можем масочку купить. У нас, по идее, тут качки. Нет, качков у нас нету. Да, включим сирена. Ну-ка, в сторону. Полицейский патруль у нас везде проезжает. Везде проедет. Пардон. Ух, сколько народу, а? С утра пораньше пришло сюда. Пардон. Вот, приехали к масочке. А, я не вижу торговцев. Походу, торговца нету. Решил прикупить масочку. Нет. Нету торговца. Ну, хорошо. Кстати, довольно ничего такое у него мордашка. Еще с очками было бы. Вообще круто было. Садись, мой друг. Скоро у нас новая преступность появится. А мы пока поедем девочек посмотрим. Да, появилась минутка, мы пока посмотрим, что у нас загорает тут. Так, стоямба. Ну что, довольно симпатично. Мало народу, правда. Очень мало народу. Сколько у нас оружия? 190 еще патронов. Но я думаю, еще парочку поймаем преступников и закончим. Закончим наш рабочий день. Машинка вся в грязи, вся в крови. Но она еще на ходу. То, что радует. Хорошо, девочек у нас нету, поехали, наверное, в город уже. Или за город. За город поедем. Там очень много преступников. Так, то проедем. Конечно, проедем. Это машинка же найс. О, парковочка хорошая. Некогда нам на парковочке быть, нам нужно преступников ловить. Включаем сирену и в погоню. У нас на пляже погоня. Сваты, мне нужны сваты.
Ну, наверное, и мочков. Мочков тоже. Всех разных. Так, он там уже хорошо там зажали, походу, его. Все равно нужно нам подкрепление. Побольше. О, ребята неадекватные. Ребята неадекватные, вызываем боевые вертушки. Понаблюдаем. Да, просто понаблюдаем. Боевые вертушки где? Вот, вижу боевые. Давайте разбирайтесь, ребята. По-жесткому разберитесь с ними. Слушай, ну там наши ребята погибают. Наши ребята погибают, а никто не хочет отстреливать плохих ребят. Ох, да. Вот то, что я хотел. То, что и нужно было. Все, убили. Да, не только их убили, видимо, и тоже наших сотрудников. Вот в обнимочку, походу, с кем-то. Так, слушайте, а давайте сядем в такую машинку. Мы сделаем обзорчик этой машинки в другой серии полицейского патруля. Ну, тоже довольно неплохая. Диски такие белоснежные. 4 места. Кстати, можем сделать ребятишек, посадить уже в нашу машинку. Ребята, сирена заработала. Ребята, садитесь, вы мне поможете, если что. У нас преступность еще есть. Кстати, у нас почему-то радар мигает, не знаю почему. Ох, нормально. Ну что, вырубаем сирены. Радар почему-то у нас мигает, не знаю почему. Ну, не беда, преступность у нас все равно будет. Ну, скорость у нее не очень. И давайте, наверное, заберем обратно мою машинку. Обратно заберем, эту серию уже закончим старой. Копы ездит. Я надеюсь, она осталась на месте. Так, у нас реально радар мигает. Не знаю, может быть, из-за ребят, которые сели ко мне. Все. Чья машина, забирайте ее. Нам чужого не надо. Давай, сразу стартуем. Мне, в принципе, ребята не нужны. В следующий раз поможете мне, если что. Тут у нас молодежь. Ух ты, появилась идейка, сделать полицейский патруль на велике. Да, такая идея была еще давно, но я думаю, это будет очень и очень сложно догнать на велике преступника, но интересно, к тому же. Поедем уже в центр города, кстати, вот вертушка, прямо над нами полицейская. И что ты там делаешь? Слишком высоко. Так, погоди, она не сверху, она походу где-то вот тут находится. Да, вон наверху он, ну пускай там сидит. Поедем прям в город-центр и уже там поймаем преступника. И закончим сегодня рабочий день наш. Так, сирену отрубим. Уже на встречку выйдем. Мы ничего не боимся. Все-таки непонятно, почему радар мигает. Все-таки почему-то мигает. Припаркуемся уже тут к инвалидному. Отлично. Чуток мы отдохнули. Следующие преступники у нас снова на пляже, что ли? Да, снова на пляже и... Вперед. Ох, мы тут... сможем съехать, нет? Да, можем съехать. И вызываем вертушку. Что видно, было, где ребят находятся. Проедем. Конечно, проедем, везде проедем. Мне нужны, наверное, мотики, побольше мотиков. И мне нужно сделать крюк. Ну хорошо, давай сделаем крюк уже. Какие-то крики, словно кто-то подыхает. Так, ребята едут, я вижу, летят уже. Ох, черт, я посмотрел на карту и только на 2 секунды отвлекся. Кстати, очень быстро, я вижу на карте очень быстрое передвижение. Как же их срезать там? Хорошо, поехали сюда. Слушай, ну реально очень быстро. Походу на спорткар. Спорткары самые интересные, особенно за городом, они очень активно едут. Ну уже давай, наверное, сюда. Да, и в погоню. И в погоню со всеми вместе. Узкие переулки. Ох, тихо. Ребята, давайте вперед. Сирену врубаем и вперед. Сиренами вперед за преступником нашим. Вертушки есть. Дай проехать. Нет, у нас преступники на фуре. Который перестреливается. Ну что, друзья, постреляем уже. Погибу я сразу же снять не смогу. Ну, по колесам я смогу. Он тут по колесам активно. О, колеса нет уже. Колеса нет и второго нет колеса. Ребята, давайте. О, как его закрутили. Давай, блокируем его. Смотри, как отстреливают. Как они агрессивно-то. Все, они встали, походу. Да, они уже врезались. И мы блокируем вот таким. Все, выходим и вызываем боевую вертушку. Вызываем боевую.
Буря, мы будем отстреливать активнее. Тоже будем отстреливать? Что вы думаете? Уходим, уходим, сейчас боевые как взорвется нахуй. Там еще есть, там еще агрессоры есть. Ну, где ж боевые? Где ж боевые? Подмогу вызвал. Во-во-во, вижу, вижу, еще один стал, походу. Так, боевые есть, но они не хотят стреливать. Все, готово. Ох, это было, конечно, найс. Ребята агрессивные, это... Закончился у нас рабочий день, мой друг. Да, ты свободный, оставляй машинку и пойдем. Ну что, друзья, это был полицейский патруль, а с вами был спикер, и до новых встреч. Всем пока!